11 октября в Донецком драмтеатре прошел торжественный концерт, приуроченный к празднованию 5-летнего юбилея Центрального республиканского банка. На мероприятии присутствовали первые лица республики, а лучших сотрудников отрасли наградили почетными грамотами и медалями. Сменив строгий костюм на праздничную одежду и отложив всю бумажную волокиту, банковские работники принимают поздравления. Среди них и Виктория. За спиной девушки 10 лет работы в банковской сфере, 4 из которых в обойме Центрального республиканского банка. Виктория признается, что рада быть частью такого сплоченного и отзывчивого коллектива. Я очень рада за то, что отметили мои заслуги. И я очень люблю свой коллектив. Все работники, все отзывчивые, все очень грамотные и хорошие, качественные специалисты. Я очень рада быть частью данной системы. В первый юбилей принято говорить о достижениях и подводить итоги за 5 лет усердной работы. Стоит признать, что сотрудникам Центрального республиканского банка есть чем гордиться. Создана полноценная банковская система, созданы условия для работы всех субъектов нашей республики, платежная система, созданы система расчетов международная, которой пользуются предприниматели и частные лица, создана карточная система, система работы с платежными картами, много что сделано. Говоря о том, какое значение Центральный республиканский банк играет для жизнедеятельности республики, нельзя не вспомнить, с чего все начиналось. 5 лет назад в условиях войны банк запускал свою работу с нуля. На тот момент у руля стояла Ирина Никитина. Под ее руководством ЦРБ ДНР прошел невероятно сложный путь становления, успешно справляясь со всеми проблемами. Своей работой Ирина Петровна заслужила не только медаль, но и любовь и преданность своих сотрудников. Шли вместе. Мы сделали очень много. Об этом знаю не только я, не только вы. Об этом знают граждане, они останавливаются и всегда меня благодарят. Об этом знают коллеги и бизнесмены даже других государств. Они передают вам привет и восхищаются тем, что вы сделали. Кроме этого, мероприятие посетил председатель Народного совета ДНР Владимир Бедевко. Он поздравил коллектив ЦРБ ДНР с юбилеем и поблагодарил банковских работников за их самоотверженный труд. В 2014 году Украина закрыла здесь банки, банковские отделения, для того, чтобы люди не смогли получать ни пенсий, заслуженных пенсий, ни зарплат, ни социальных выплат. Вы работали над восстановлением этой справедливости, и вы этого добились. Вы создали стабильную банковскую систему, в которой есть платежи, есть выплаты и зарплаты, и пенсии, и иных социальных выплат. В честь дня празднования 5-летия ЦРБ ДНР для сотрудников был организован праздничный концерт. Они доказали, что для банковского работника нет преград, а есть только цели, которые нужно достигать. Все собравшиеся в этом зале, безусловно, достойны наград и слов благодарности. Ведь то, чего достиг Центральный республиканский банк за 5 лет, это заслуга каждого из них. Александр Мартынюк, Татьяна Фомина, Новороссия ТВ.